Что, меня не видно? Нет, наверное, постойка. Сейчас я. Так, тихо, тихо. Дверь закрой. Вот так я положу, чтобы опереться не можно было. Володя, иди сюда. Ну вот мы смотрим. Вот мы сейчас начали включать. Я где-то маленько оторвал, она заскрипела и по-другому пошла. Давай, бери инструкцию. Садись на моё место. Да нет, вы сидите. Да нет, садись. Да нет, садись. Ну не гляжу, не вижу, не слышу. Еще буду баловаться. Давай. Я буду задавать вопросы. Сядь рядом, чтобы видно было. Ну говори. Ну. Володя, ты на камеру прямо так вот наведи. Ну я включил. Вот нажал кнопку. Ага. Так. Ну, вы, видать, закачка у Игнатия Тихоновича, да? А, ну ладно, мне не видно. Посмотри, там вверху написано 77 Гц. Да. ГЦ. Да. Ну все, теперь кнопочкой вправо. Вправо вот это вот. Вправо. До 13 дави. Увеличивай 13. Держи, не отпускай. 13, все. Все, набрал. Все. А? 13 набрал. И печитесь. Что делать? Он пилит. Так, слышите меня? Давай, говори. Он пиликает, когда нет соприкосновения. Да. То есть, когда он отключается. Да, да, да. Вот, поэтому надо найти такое положение, которое, ну, чтобы плотно прилегало. И чтобы циферки всегда бежали. Поняли? Ну да. Вот у меня надо прям. Ну пусть он сядет. Прижать. Знаете, значит, садить. Не написали-то это. После 13, как написалось, прижать, да? Да, прижать. Как я прижимала вам. Стороной. Да, металлической стороной. Так. И. Вот сейчас прижмите. А как он время должен засекать? Вот ты прижми. А мне хуже не будет? Нет, это абсолютно безвредный препарат, его хоть куда можно. А глаз открытый или закрытый должен быть? Закрытый. Пощипывает? Ну да, что-то там идет, да. Ну вот, Игнатий Тихонович, так, прижимай, и пойдут циферки, и ты увидишь. Так нет, я-то увижу, но я же не всегда дома-то нахожусь. Прижал. А, ну, по ощущениям я тогда. Прижал ее. Дальше что? Чувствуется? Вы должны прижать, чтобы у вас это, ощущение, это, спиликала она. Вот, сейчас, все, и не отпускайте ее. Видишь, циферки бегут. Да, я вижу, да. Ну и все, а как, да. Что выключен-то? А как узнать, что 5 минут-то прошло? Ну, на часы я посмотрю. А за 5 минут понятно. А как узнать, что выключен-то? Какая-то надпись или что? А, нет, убирайте его, и на ту же кнопочку, которую включали, там тоже долго жмете, он отключается. И я нажал на ту кнопку, то ничего не идет. Нет, вы плохо нажали ее. Плохо, да, нажали. В одной месте там что-то добро, а там о здоровье говорит. Да, добро, доброго здоровья, и все, он отключается. Отключается, да. А то, что он пиликает, не обращайте внимания. В принципе, вы можете просто его положить, он сам отключится. А как ложить его? Вниз железом или как? Кверху? Нет, вверх железом. Я так и подумал. Ага. Да. Володя. Да. У меня к тебе просьба. Ну, я привезу это в субботу. Ну, или могу пораньше привезти. Хлоргексидин, либо перекись водорода, либо спирт. Протирать его. А что протирать? Аппарат. Потому что гной же, в глазу гной, он сейчас приложит, его надо будет обеззаразить. Так у меня наружу-то нет никакого. Я гной-то вытираю, а потом прислоняю. На аппаратуре-то он никак гной-то не касается. Не касается, надо, касается. Не надо покупать. У нас тут есть. Влажной тряпочкой можно протереть. Ну ладно, протирайте тряпочкой. Вот.
Так, чувствуется, ощущение есть? Да, есть. Все. Я сейчас нажал, сейчас я отнимаю его, он перестал. Ну, допустим, 3 минуты, по 3 минуты мне. Я передвигаю ближе к носу. Да. Но только такое положение, чтобы он плотно прилегал. Но сейчас прилегает? Бежит, циферки бегут? Да, идут. Все, значит, прилегает. Если ощущение есть, значит, все хорошо. Ну, все как тогда... только вы, например, на нос, на кость, например, наведете, да, то есть нету плотного прилегания, он сначала поработает, потом сам отключится. Ну, я боком маленько поставил нос. Начинаю сейчас нос тревожить. Нос можете ниже, вот тут вот пазухи можете. Вообще можно все лицо вот так вот пройтись. Лоб. Лоб? А лоб-то зачем? Ну как? Не, на лоб я боюсь. Ну вокруг глаза. Не, лоб самое нормально. Там тоже вот тут, гайморовые вот тут. Ну по 5 минут это много. Вот сейчас у меня закололо, я могу передвинуть. Можете передвинуть, да. Ну все тогда, спаси Христос. Спаси Христос. Можно уменьшить мощность до 12, до 11 можно уменьшить, если болевые ощущения сильные. Ну, сейчас, все. Как узнаешь там, что включено, нет? Нет, все выключилось. А как же так, ну, я же плотно давлю. Так вы сейчас давите, а вы же отодвинули ее, она выключилась. Ну сейчас что, по новой нажать или нажать надо? Нет, просто нажмите куда надо и все. Ну надо нажмать вот здесь. Ну можно, знаете как, на руку, а как узнать, к руке прислонить. Ну я слышу, а вы не слышите, я откуда знаю? Ну как я узнаю? К зеркалу подходите. А к зеркалу подойти еще там будет цифра? Да. Пошел. Да? Чтобы бежали циферки. Видно? А как не видать? Ну вот ну потому что вы садитесь. Навели не туда, куда надо. Вот оно. Игнатий Тихонович. Ай. Вы когда лечитесь? Я вот лечусь. Когда лечитесь, спокойно сядьте и полечитесь. Одним глазом можете что-нибудь читать. Ну да. А сейчас я могу медом закапать могу? Да, можете. Ну все тогда. Медом вообще можно как-то. Ну только смешивать лекарства никогда не надо два. Это слепота так, может. Смешивать наступить. Не надо. А мед-то он не считается как это химическим-то? Нет, не считается. Поэтому в любое время им можно. И промывать им вот этот гной прям медом этим промывайте. И вот как я говорила, вот а так. А теплой водой промывать не идет? Как вот медом хорошо, медом можно. А ромашкой там то другое, а корень солодки ромашкой не вредно. Ромашкой вообще вот, отлично ромашкой. А так корень солодки вредно? Нет? Ну, корень солодки это не от этого. Не от этого. А то Володин затаривает тут ее. Ну все. Все, а то платить надо за каждую минуту с вами разговора-то. Интервью берем. Почему? А у вас там что ли? Да нет, у вас там. Мы же вас вызвали-то, мы оплачивать должны. Кого оплачивать? Нет, у меня безлимит. Мне можно хоть сколько говорить. Ну все, в порядке, ладно. А то я ну, давайте. Не пойму, то ли включилось или нет, что цифры побегут, не знаю. К зеркалу подойдете, увидите. У ну вот смотрите. Да. Вы с Володей утром, с Володей вечером так вот лечитесь, так периодически поглядывайте. Ну а днем там уж сами. Ну это ничего, сойдет. Все. Так, левомицетин. Левомицетин 3 раза в день. Вот это 3 раза в день, да? Нет, нет, левомицетин. Который дальше мы это... Да. Ну ладно, 3 раза. Значит, утром, вечером, в обед. В оба глаза, в оба. В оба. Сюда одну капельку. Сюда одну. В ну этот... ладно. Пойдет. В правую одну капельку, а в левый, ну, 2 можно. Да.
Ну, на ночь-то это мне компресс-то не надо делать на глаз. Нет, не надо. Потому что компресс делаете, гной там застаивается, лучше не надо. Я совсем согласен. Благодарю. А что он дает этот аппарат? Он дает кровообращение. Он улучшает кровообращение. И что это? Кровообращение улучшает, и самоизлечение идет. То есть организм сам себя лечит. Ну, вот так идет. Ну, посылает, он специальные клетки посылает, чтобы как бы процессы излечивания начались. Ну, давайте, с Богом. С Богом. Спаси Христос. Спасибо. Василий тогда еще не догнали. Василия не догнали нигде? Нет, он убежал. Убежал. Ну ладно. Все. С Богом. С Богом. Сейчас медом займусь. А этом хоть говорит.